Сибирский государственный аэрокосмический университет стал полным правопреемником Сибирского технологического университета. Напомню, слияние вузов началось в марте этого года в рамках создания опорного университета. Сегодня состоялось рабочее совещание под руководством заместителя председателя правительства края Натальи Рязанцевой. Главная задача этой встречи в том, чтобы проанализировать текущее состояние объединения вузов. Как отметил ректор аэрокосмического университета Игорь Ковалев, план-график слияния выполнен на 100%, но процесс еще не закончен. Сейчас в университете приводят к единому стандарту учебные программы, научную деятельность и административные правила. Впереди реализация многолетней программы развития опорного университета. Ряд шагов уже сделан, объявлено несколько конкурсов. Вот эти конкурсы в рамках программы развития опорного университета как раз позволят сформировать, во-первых, поддержать научные школы университета, создать новые структуры, такие как студенческие конструкторские бюро, как новые лаборатории, создать и развить новые программы подготовки, в том числе и на иностранных языках, и совместные магистерские программы, в том числе и программы сетевого уровня, которые тоже очень важны для развития университета.